Здоровые города России. Подведены итоги всероссийского конкурса «Чебоксары и Новочебоксарск» в числе победителей. Конкурс «Здоровые города России» проводился Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» и Министерством здравоохранения страны в рамках национального проекта «Демография». Его цель – поиск лучших практик в области здорового питания, борьбы с зависимостями, активного долголетия, укрепления здоровья. В Чувашии всем этим направлениям уделяется большое внимание. Результат, как говорится, налицо. Чебоксары вошли в число победителей в номинации «Лучший проект по здоровому питанию» с муниципальной программой «Здоровые дети, счастливые родители». И также первое место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» заняла еще одна столичная программа приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культуры и спортом через Дни здоровья и спорта. А Новочебоксарск удостоился второго места по здоровому питанию детей с программой «Правильно питайся, здоровье набирайся».